Всем привет, ребята, вы на канале Рок-Ток, с вами я, Рок-Ток. И сегодня мы поиграем в одну очень пугарную игрушку под названием Чучел. Тут надо, это типа головоломок. Ну, ребят, давайте попробуем что делать. Давайте. Погодите, ребятки. Простите, что так тихо. У меня немного плохо работает со звуком, ладно. Давайте напомним. Надеюсь, вы все хорошо слышите. Ладно. Нифига себе! Бой на вердоптичке. Точно так нам стреляет. Ну ладно. Давайте попробуем что-то с тобой сделать. Он уже другой этап. О, чё? Чё? Ребята. Птички плохо. Да уж, ребята. О, вот он и наш чучел. Рука? Что за рука? А ну вишенку забрала. А ну вишенку отдай. Это плохо будет. Я гопников всех с нашего района позову. Гопники, гопники. Спасите. Спасите, гопники. Гопники пришли. Гопник. Она. Вот так потихонечку отходим. Чучел, беги. Гопники опять. Гопники, гопники. Че? Гопники. Вот ненавижу гопников. Так, ладно. А, у нас тут выбор. Так, так. А давайте попробуем вот так. Опять этот гопник пришел. Гопники забрали. Нифига себе! Это чисто яби за гопниками. Как их? Да, они отобрали у меня последний кусок чипсов. Ладно, ребят. Ты что за чучело мяучело? Алло, я только что его заметил. А ну, ребята, давайте попробуем на него дожать. О. Вот так. А ну. А так.
Вертушка, да это даже лучше, уходи отсюда, все, вертушку он тебе подарил, уходи. О, ты тоже можешь? Опа. О, давайте нажмем вот сюда. Ну, вытащи отсюда, и чё? Чё? Он виснет в воздухе. А! Чё? Ладно, на знак. Давайте попробуем вот так. Ой, нифига себе! Так. Ты вот, да, появилась новое что-то. Так, наш чучел просит, чтобы он вырвал норк. Воу, норка, норка, норочка. А ну давайте так. Теперь, ребята, вот так. Опа, нифига себе. Давайте наверх. А, блин, надо же. Теперь спрыгиваем сюда. Пау. А вот вишенка. Тут гопник. Значит... А, ладно. Нифига себе, у него там тусовка началась. Ну, ребята, у меня очень долгие ролики, поэтому я думаю, что мы пройдем вот этот вот уровень и закончим. Вот эту вот сейчас уровень, думаю, пройдем и закончим. А то ролики на моем канале всегда очень долгие получаются. Опа, такой вариант появился. Нифига себе. Чучел. Ладно, ребята, пока. Мы прошли этот уровень. Всем пока-пока.